Мерзнуть или переплатить. Из-за низких температур в Бийске повысился спрос на услуги такси. Вместе с этим выросла и цена на перевозки. Некоторые службы, особенно в утренние и вечерние часы, увеличивают стоимость проезда в полтора, а то и в два раза. Низкие температуры подстегнули бийчан пересесть собственного авто и общественного транспорта на такси. Однако цены на услуги в некоторых службах начали кусаться. Так, минимальная цена в одном из популярных такси вместо привычных 70 рублей стала 85. А вот один из крупнейших сервисов по онлайн-заказу машин оставил ценник на прежнем уровне – 59 рублей. Однако в утренние и вечерние часы в связи с повышенным спросом тариф может возрасти в два раза. Повышение тарифа связано в первую очередь с затратами на обслуживание автомобилей. В морозы водителям приходится больше тратить на топливо и амортизацию. Однако увеличение стоимости – мера временная. Когда придет потепление, тогда и растают цены. Добавим, что в краевой столице в часы пик тарифы могут возрастать и в три раза.